відкрита трибуна. Як ви ставитесь до законопроекту, який зобов'язує прибирати на вулиці за домашніми улюбленцями? Это совершенно справедливо, это совершенно неслушная работа. Если мы хотим жить в чистом городе, чтобы наши дети ходили по чистым улицам, это несложно и это справедливо. Я думаю, это очень хороший закон, который выйдет. Это очень хорошо, поскольку наш город станет намного чище и намного лучше. Хоть и собачникам, и кошатникам это очень неприятно будет, но для других людей, которые играют, ходят и просто по паркам отдыхают, это намного неприятно, потому что, сами понимаете почему. Положительно отношусь, но вы говорили, закон пока вынесли, вряд ли его депутаты утвердят, потому что у них у каждого свои животные, они не будут за ними никогда убирать. Вот. Мне нравится положение во Львове, как они относятся к животным. Приняли капитально, смотрят, следят за тем, чтобы действительно все животные были в ухоженном состоянии. Положительно нужно. Потому что так и правильно, что где собака тут делать, а кто из будет убирать. Мне кажется, что это очень хорошо, если будут штрафовать людей, они будут этим привлекать людей больше к ответственности. Люди будут следить не только за собой, но и за своими животными и тем природу делать лучше и чище. Они должны убирать за собой. Должны. Возьмем за границу. Ладно, мы же уже приближаемся. Возьмем за границу. Что там? Там обязательно хозяин этой собачки идет с пакетиком и сразу же убирает за собой. Иначе мы так не добьемся. Надо иметь просто совесть и уважение друг к другу. Подумайте над этим. Відкрита трибуна.